23 июля 2021 года. Вот на этой маршруточке приехал я на озеро Светлая Жизнь. От остановки Первая Посадская. Такое место. Останавливается здесь маршрутка. Вот люди тоже с дач, на даче, кто куда. Встречает нас некая собачка. Интересно, будет она хлеб есть? Дайте небольшой кусочек. Будешь? О, местные собаки не избалованные. Не, не хочет. Избалованные. Значит, птички поклюют. Сегодня замечательная погода. Не жарко. Можно даже сказать, прохладно. Время около... Да. Около 5 вечера. Это было бы стрелку. С первой посадки отправляются маршрутки на озеро Светлая Жизнь. 4:30 и 4:30, то есть 15:30 и 16:30. Центральный городской пляж, такая надпись. Хотя я бы центральным скорее назвал бы возле парка пляж. Пляж место события. Да, да. Ну, не у всех есть возможность выбраться на пляжик, на озеро Светлая Жизнь. Тем более с этого... С этой стороны я его особо не часто снимал. Там спасатель он дежурит, спасательная станция. Весной, я помню, снимал вот в этом месте. Рябинка уже зреет. Народу мало, потому что пятница. Ну, как бы пятница, рабочий день. Ну, прохладно, да, ветерок дует, вот, в принципе. Я почему и наелся хорошо, потому что, думаю, не хочу болеть. Вчера прохладно было. Да, пляж пустоват достаточно, пустоватый. Песочек здесь такого приятного цвета. Замечательно. А хороший зерновой багет Орловского хлебокомбината. 250 грамм, 35 рублей. Прям вкусно и невозможно. Чем-то он мне напомнил. Бублики советские. О, смотрите, какая раковинка. Блестящая. Прям блестит так здорово. Ага, вот. Где-то. Вот как они тут катаются. В общем, столб он натянут, этот самый трос натянут, и там тоже. И на этом, на доске наводной катаются по этому тросу люди. Сегодня не катаются. Что, тут что ли? Я и на травке люблю. Вы тут хотите, да? Да, хорошо. Там внизу мусор. А вот тут если трава здесь, не? Да, а то тут люди занимаются. Давайте туда вот на травку. Тут нормально, вот. Вот, Лен, травка нормальная. Уточки плавают и здесь тоже. А вы без подстилки, да, сегодня? Подстилка? Ну вот, на травку. Нормально. Да, прям вообще красота.
Это прям, я даже, это чаечки, наверное, даже. Я не знаю, кто это такие походу. Птицы какие-то чудные. Это утки стопроцентные. А это кто? Тоже утки, только молодые, что ли? И там вообще с каким-то носом, с белым. Напишите, кто это, я забыл, как это называется, птица. Вон с белым носом, видите? На мышах лазит. С белым клювом. Белый лоб, белый клюв, вот она. Вот, рюкзак, вот. Вон травка, пошли туда. Ну, мужчин какой-то стоит. Че он там стоит? И потом возле забора. Так, тут у нас что? Лягушатничек. Там у нас виднеется дома по бетонному переулку. Вон тот дом. Вон тот дом, это по бетонному переулку. За ним улица, за ним, во-первых, железная дорога. За железной дорогой улица автовокзальная. За автовокзальным так Комсомольская идет. Вот это дом советской постройки по бетонному переулку. Так, что еще? Там виднеются дома новой ботаники микрорайона. То есть вид. О, Мега Грин виднеется. Видите, два дома. Не знаю, видно или нет. Вот за парусником. Мега Грин. Вот такая замечательная атмосфера. Природа. На озере светлая жизнь. Ветерок дует. Совсем не жарко сегодня. Молодежь купается. Не знаю, буду ли я купаться. Но, тем не менее, вот для вас ролик снимаю. Однако висит черный флаг, как бы намекая, что что-то тут не то. Хотя, как говорится, ничто не предвещало, все нормально. Так, вы сейчас их закормите, они вас съедят. Елена Васильевна, не будете? Значит, точно съедят. Ой, а это кто такие? Вот эти, кто это? Пингвины-то эти. Что это за животные? Лебеди, что ли, я не пойму. Это не утки явно, это какие-то прям динозаврики какие-то. Гля-гля-гля-гля. Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп. Они прекрасно сами кормятся, они не рыбы. Кто знает, как эта порода птиц называется, напишите в комментариях к этому ролику. Пена какая-то. Здорово здесь, по-любому здорово, в любое время года, и летом, и осенью, и весной я рад смотреть на это наше замечательное озеро светлой жизни. Очень приятно. И даже зимой, когда здесь рыбаки сидят, а на том конце прорубь для моржей прорубается для любителей подледного купания. Вон туалетик белый на том берегу. А вон труба синяя, под которой подливается озеро светлая жизнь по весне. Кафе «Лето». Вот там течет Ака, вот так слева направо, в сторону центрального парка Родского. Под Лужковский мост течет и далее. Да, рыбка, да, птичка. Молодцы. Вот такая замечательная атмосфера. Такие картины природы предстают нам сегодня, 23 июля 2021 года. Пока еще позволяет нам погода. Приходите на карьер. Отдыхайте, загорайте, плавайте. Пока еще тепло, пока еще светло.
красота. Спасибо вам за просмотр. С вами был Дмитрий из Орла.